Вот сегодня мы приехали к нашему подопечному парню. Купили ему Купринил. Это благодаря замечательному человеку с Макеевки. Зелено там живет у меня друг. Дима Ковалев. Димон, спасибо тебе за деньги, за то, что ты там купил этому парню. Теперь, как говорится, начинаем лечение, которое не нужно ему прекращать. Спасибо огромное. Спасибо, конечно. Мы лекарства доставили. Спасибо большое.